Как вкусно приготовить огурцы с куркумой на зиму, рецепты и рекомендации. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальной зимой. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Маринование огурцов с куркумой. Куркума – приправа родом из Индии яркого желто-оранжевого цвета. Помимо острого привкуса, напоминающего перец чили, в ней можно почувствовать древесные, ореховые и мускусные нотки. Способ заготовки огурцов с куркумой изобрели американские домохозяйки. Пряные ломтики кладут на бутерброды, сэндвичи, используют как самостоятельную закуску или гарнир к мясным и овощным блюдам. Такая закуска имеет название пикули, а у нас это просто огуречный салат. Куркума придает огурчикам золотистый цвет и мягкий кисло-сладкий вкус с пряными, пикантными нотками. Богатая на витамины, в 2, в 3, пряность выступает в роли природного антибиотика. Заготовки с ней стоят долго и не портятся. Куркума продается как на рынках на развес, так и расфасованная в магазинах. Приправа должна быть свежей и иметь привлекательный ярко-желтый цвет. При покупке обратите внимание на состав, указанный на упаковке, в нем не должно присутствовать никаких посторонних добавок. Лучшие рецепты. Все рецепты приготовления консервированных огурцов похожи между собой. Различаются они лишь способом приготовления и набором специй. Овощи нарезают преимущественно тонкими кружочками, как на салат. Маринованные огурцы с куркумой и луком. Этот вкусный и ароматный закусочный салат готовится из доступных продуктов и не требует больших временных затрат. Ингредиенты: огурцы 5 кг, лук среднего размера 8 шате, зерна горчицы 1 ст, л. Куркума в порошке 30 г, соль 3 стакана л. Уксус столовый 150 мл, сахар 1 кг, вода 800 мл. Приготовление. Помойте огурцы, срежьте кожуру и нарежьте кружочками. Очищенный лук порежьте полукольцами. Сложите продукты в глубокую миску, посыпьте куркумой и оставьте на 2-3 часа. Разложите овощи в банке и добавьте в каждую по половине чайной ложки горчицы. Воду смешайте с сахаром, солью и уксусом и сварите маринад. После закипания сразу разлейте в банки и поставьте пастеризоваться. Закройте крышками, уберите в кладовку. С куркумой и семенами горчицы зерна горчицы прекрасно сочетаются с огурцами и дополняют их вкус мягким пряным ароматом. Ингредиенты: огурцы 2 кг, лук 4 шате, зерна горчицы 2,5 ст, л, соль 50 г, куркума 1 час л. Сахар 400 г, яблочный уксус 350 мл, кориандр молотый 1 час. Лист приготовления. Огурцы помойте и замочите в холодной воде на несколько часов. Нарежьте толстенькими кружочками. Лук нарежьте полукольцами. Смешайте продукты в кастрюле, насыпьте кориандр, горчицу, куркуму. Влейте уксус, перемешайте и оставьте мариноваться на 3 часа. Переместите емкость на плиту, сделайте средний огонь и готовьте, аккуратно перемешивая, пока огурцы не потускнеют. Время приготовления составляет 10 минут. Разложите овощи в банки и поставьте на стерилизацию. Закатайте ключом или закройте винтовыми крышками. После охлаждения храните в кладовке. Быстрый рецепт с уксусом. Огурцы получаются остренькие, ароматные и чуть сладковатые на вкус. Ингредиенты: огурцы 500 г, лук 1 шате, соль 2 стакана л, без горки, сахар 100 г, уксус 9% 100 мл, четвертинка чайной ложки куркумы и семян сельдерея, зерна горчицы 1 ст, л, кориандра 1 стакан л. Приготовление. Вымытые огурцы нарежьте кружочками, очищенную луковицу мелко порубите и перемешайте в миске с солью. Обложите емкость льдом и оставьте настаиваться на 2 часа. Приготовьте маринад с уксусом, сахаром и специями. Слейте с огурцов выделившийся сок, залейте маринадом. Поставьте емкость на огонь, дайте закипеть и выключите плиту. Охладите массу и разложите по банкам, закройте крышками. Салат из огурцов с куркумой и горчицей. На зиму горчица делает овощи более хрустящими и ароматными. Огурцы получаются насыщенного пряного вкуса. Ингредиенты: огурцы 5 кг, паприка 1,5 кг, лук 1,5 кг, чеснок 7 зубчиков, вода 2,5 литра, уксус 9% 350 мл, сахар 500 г, куркума 2,5 часа. Л. Зерна горчицы 2 часа л. Соль 100 города приготовления. Помойте огурцы, нарежьте кружочками.
Мытый и очищенный перец нарежьте полосочками, лук – кольцами. Зубчики чеснока крупно порубите. Приготовьте рассол с сахаром, солью, куркумой и зерновой горчицей. Выложите в него огурцы с чесноком и луком. Дайте закипеть и готовьте 5-7 минут. Переложите в банки и поставьте пастеризоваться. Закатайте, храните в кладовой. Острая закуска для приготовления. Берите молодые хрустящие огурчики небольших размеров. Ингредиенты: огурцы 1,5 кг, лук 2 шате, чеснок 5 зубчиков, зерновая горчица 2 часа. Л. Семена укропа 1 стакан Л. Гвоздика 2 штата, сахар 4 часа Л. Соль 2,5 часа Л. Уксус яблочный 100 мл, горький перчик красного цвета 1 шате. Приготовление. Вымытые огурцы разрежьте на части. Положите в миску, смешайте с солью и сахаром. Очищенный лук нарежьте полукольцами. Острый перчик очистите от семян и измельчите. Перемешайте овощи и оставьте на час. Когда огурцы выделят сок, всыпьте куркуму, горчицу и влейте уксус. Поставьте на небольшой огонь и готовьте 10 минут. Разложите салат в банке и поставьте на стерилизацию. Закупорьте емкости и переверните. Рекомендации по приготовлению и хранению. Правильный выбор, сортировка и подготовка овощей – залог удачной консервации. Опытные хозяйки рекомендуют придерживаться таких правил. Для маринования и приготовления салатов подбирайте плоды маленьких или средних размеров, плотные на ощупь. Не забывайте предварительно замачивать огурцы в холодной воде на 3-4 часа. Тщательно отмывайте грязь и песок, чтобы предотвратить вздутие банок. Огуречные салаты с куркумой пастеризуйте на водяной бане в течение 15-20 минут в зависимости от объема тары. Храните закрутки в прохладном помещении. Регулируйте количество сахара по своему вкусу. Если хотите слаще, добавьте больше, чем указано в рецепте. Но лучше для начала сделать одну банку на пробу. Не добавляйте много зерновой горчицы и куркумы, иначе салаты будут горчить. Чеснока кладите в меру. В большом количестве он сильно размягчает огурцы. Заключение. Маринованные огурцы с куркумой разнообразят ваше повседневное меню. Эта закуска обладает интересным пряным вкусом и привлекательным внешним видом. Комбинируйте пряность с другими специями и чесноком, чтобы изменить вкусовые качества блюда. Куркума с древности славилась своими целебными свойствами, поэтому заготовки с ней получатся не только очень аппетитными, но и весьма полезными для здоровья. Бомбические маринованные огурчики для бургеров. Бургершоны отдыхают watch this video on YouTube.